Вот снимаю свой суточный рацион. 8 яблок, 225 грамм семя, ядро подсолнечника. Алтайский, замечательное ядро. Кстати, все семечки живые, 100% всхожесть, я проверял. Так. По одной чайной ложке здесь куркума, корица и красный перец. 4 таких вот замечательных морковки свежих, свеколочка, 3 луковички. Так. Это вечером под язык сосать. Это перед сном. Антипаразитарная программа. А вот это подвялится, значит, и с томатным, запивая томатным соком, вот это надо все проглотить. Вот такая крупная нарезка чеснока. Вот, я прохожу сейчас противопаразитарную программу. Вот, она длится уже больше месяца, но язык у меня как бы еще сигнализирует о том, что грибы еще в организме у меня есть. Так, время 9:25 утра. Это мой завтрак. Свекла, 3 морковки, 3 яблока и лук. Да, лука, лука. Не факт, что это я все съем, но... Вот такой у меня обед. Из чего он состоит? Ядро подсолнечника. Алтайский, замечательный подсолнечник. Пол пачки, 225 грамм. Чайная ложка корицы. Ну, я имею в виду, через мясорубочку все это прокручиваем. Чайная ложка корицы. Чайная ложка укропа. Чайная ложка тмин черный, чайная ложка красного перца молотого, чайная ложка куркумы. Так, и пару вот таких луковиц. И все это через мясорубку. А сверху помытая под краном. С хозяйственным мылом. Такая замечательная редиска из Казахстана. Перед обедом обязательно пол-литра воды. Перед каждым приемом пищи. Я пью воду из этой баночки, вода отстойная. Вот. Сюда можно ложку чеснока бросить, или морковочку пошинковать, или лимончик выдавить. Обязательно с чем-то надо пить и чередовать. Это я уже показывал, мне замечательный обед. Вот. Перекрутил на мясорубке все вот эти компоненты. Вот. Сейчас они отмокают, обязательно с хозяйственным мылом. И все. После обеда я все это сполосну и готово. Значит, приготовление обеда, вот этого замечательного витаминного и здорового питания, сырого, занимает буквально вместе с помывкой посуды, под приготовление до помывки посуды проходит 15 минут. Вот и все. За 15 минут вот такая красота. Чуть не забыл. Перед каждым приемом пищи листик лавового листа обязательно. Вот. А после каждого приема пищи вот эти замечательные бутончики гвоздики. 3 бутончика гвоздики после каждого приема пищи. Ну и дневная норма у меня 3 литра воды как минимум.
Вот еще весь мой рацион питания.